улыбнись. Вы только посмотрите на него. Я глазам своим не верю. Через неделю он отправится в Унингс. В их школьной форме. Самое важное событие в жизни. А я тоже буду такое носить. Что? Ты? Учиться в Унингсе? Не будь дураком. Ты пойдешь в обычную школу, где тебе и место. Вот что ты будешь носить, когда я это перекрашу. Старая школьная форма Дадли, она будет висеть на мне, как кожа на старом слоне. Ничего, в самый раз. Иди, сходи за почтой. Иди же. И волшебная палочка. Самое необходимое, Гарри. Перчатки из кожи дракона. Хагрид, из настоящего дракона? Ну уж точно не из пингвина. Черт. Заведу дракона. Заведешь дракона? Люди недооценивают их, Гарри. Очень недооценивают. Кажется, Гермиона знает. Жаль, что вы ее не спросили. Тихо. А ну, опусти руку. К вашему сведению, Поттер. Из корня асфодели полы не приготавливают усыпляющее зелье, поэтому его называют напитком смерти. Биазар – это камень, который извлекает из желудка козы, является противоядием от большинства ядов. А волчья отрава и клобук монаха – это одно и то же растение, известное как аконит. Интересно, почему никто не записывает это в тетрадь? Да, гриффиндорцы, имейте в виду, что за дерзость вашего однокурсника я штрафую ваш класс на 5 очков. Как дела, Рон? Рон? Я сейчас вернусь. Рон! В шахматы сыграем? Нет. Хочешь сходить к Хагриду? Нет. Гарри, я знаю, о чем ты думаешь. Не стоит. С этим зеркалом, по-моему, что-то не то. Посмотрите на себя. В карты играете. Жалкое зрелище. У нас экзамены на носу. Я готов. Спрашивай меня, что хочешь. Ладно. Какие 3 самых важных ингредиента зелья забывчивости? Забыл. А что будешь делать, если этот вопрос попадется на экзамене? У тебя спешу. Не спишешь. И, кстати, профессор МакГонагалл даст всем заколдованные перья с заклинанием против жульничества. Да это оскорбление. Как будто они нам не доверяют. Снова Дамблдор. Кто наложил заклятие? Малфой.
Невилл, пора начинать вставать в знак приветствия. Как? Я вообще еле стою. Я попробую снять заклятие. Нет, только не ты, чтобы ты поджарил мои чертовы коленки. Не нравятся мне твои инсинуации, Долгопупс. И, кстати, надеюсь, нетрудно заметить, что мои брови практически отросли. Я нашел его. Дамблдор прославился победой над темным волшебником Гриндевальдом в 1945 году. Продолжай. Открытием 12 способов применения крови дракона и работами по алхимии совместно с Николасом Фламелем. Я был уверен, что имя мне знакомо. Я прочитал его в поезде. За мной! Эй, подождите! Куда вы? Заклятие кто-нибудь снимет! А!